Здравствуйте, дорогие друзья! Школа системной йоги и медитации Дхарана провела очередной мантра релакс в городе Комсомольске. На этой программе люди могли увидеть йогу в целом, то есть что такое йога, и не как только не как физические упражнения, но также как мантра-медитация, как мантра-релакс. Прикоснулась к чему-то высокому, духовному, к такому, что сейчас в нашей теперешней жизни это нужно обязательно каждому человеку. Вот в нашей будности, в нашей вот этой какой-то там безвыходности. То, что сегодня я увидела, услышала вашу музыку, мантры, оказывается. Это настолько чудесная музыка, волшебная музыка, которая уносит куда-то, которая вообще очищает голову полностью и оздоравливает человека. Было очень приятно с вами познакомиться, с вашими практиками и с людьми, с такими прекрасными и чудесными. Спасибо большое. Также мы хотели вас пригласить на дальнейшие программы. Вот Йога Викенд у нас будет скоро, 21 по 23 июля. На базе ПСЮЛ очень интересные программы. Мы будем проводить уроки медитации, здорового питания, вегетарианской кухни, чтобы люди могли познакомиться со здоровым образом жизни. Также вы увидите асаны, сможете познакомиться с различными практиками пранаямы. И, конечно же, основная наша часть, уклон, будет делаться на мантры, то есть на мантра-йогу, мантра-пранаяму, всевозможные внутренние практики. Вот все это вас ждет. Также хотел пригласить вас на Ивана Купала. Это будет в пятницу, вот в эту пятницу. Там будет хатха-йога. Вот всем, кто живет в Комсомольске, очень удобно. Под видео есть вся подробная информация, как доехать. Ну, там будет большая практика хатха-йоги. Также среди этой практики мы будем проводить мантра-медитацию в течение 5 минут, то есть вы тоже можете познакомиться с практикой медитации. Много интересного вас ждет от студии йоги Дхарана и школы системной йоги. С вами был Андрей Дроботин, тренер по хатха-йоге и медитации. Спасибо за внимание. Намасте.